Welcome back to another episode of The Faces of Rokor. Today we will continue our discussion on the life and specifically the martyrdom of Brother Jose Munoz Cortes, the chosen one of the Mother of God. As we prepare for the 37th anniversary of the appearance of the Montreal icon on November 24th, it is important for us to talk about Jose's life because it is completely and intricately intertwined with this icon. If it was not for Jose, we probably would have never had the Montreal icon, and as a result, we wouldn't have had the Hawaiian icon as well. I think that one of the interesting aspects of Jose's martyrdom was the fact that there is a lot of evidence to show that he knew or had a very strong feeling that he would end his life as a martyr. We continue our discussion with an interview by Father Victor Potapov. В течение своей жизни мы сохранили крупицы его высказываний, его интервью. И он часто говорил, что бояться смерти не надо, что мученичество – самая великая награда, которую христианин может получить от Господа. То есть он предчувствовал, что он кончит свою жизнь мученически. Есть очень много свидетельств об этом. The video footage that you are about to see was provided to us courtesy of Father Victor in St. John the Baptist Cathedral in Washington, D.C. This is actual footage taken just a few days before Brother Jose's death. Когда почти накануне его мученической кончины, он посетил остров Андрос в Греции. Там замечательный монастырь святителя Николая. И когда брат Иосиф вошел в притвор храма монастыря святого Николая, в этом храме, в притворе на колонне, старинная фреска Божьей Матери. И она начала слезоточить. Есть тоже фотографии, есть видео. И брат Иосиф на это обратил внимание, конечно, естественно, это чудо. И монах сказал, да, эта икона, эта фреска слезоточит не всегда, но перед как неким потрясением. И он перечислил там какое-то перед землетрясением в Армении. Икона стала проявлять себя таким образом. И как мы узнали, через несколько дней после посещения монастыря Николая Чудотворца на острове Андрос, брат Иосиф был убит. Брат Иосиф воспринял это за свой личный счет. Он знал, что это чудо связано с его судьбой. То есть вы считаете, что он знал, что он едет на мученическое кончину? Он знал, что он едет на какое-то испытание. Я не могу утверждать, что он знал точно, что он едет на мученическую кончину. Но отец Александр Ивашевич, который его сопровождал в эту поездку, говорил, что когда брат Иосиф видел это чудо слезоточения иконы, он сказал, что это ко мне относится. И утром, когда они в день отъезда отца Александра обратно в Аргентину, откуда он приехал, чтобы быть братом Иосиф, брат Иосиф его провожал, сопровождал. Брат Иосиф опять сказал, что что-то случится, отец Александр, со мной. Отец Александр уехал. Ту же ночь брат Иосиф был убит. On the night of October 30th, 1997, Brother Jose entered his hotel room. And at that moment, there were three men waiting for him inside. This is what happened next. Как его замучили? Ой, его
Его всю ночь пытали. И судебный врач, который осматривал его тело, подробно писал свои заключения. И в этих заключениях сказано, что он был связан по рукам и ногам, что его били, его душили и всякие другие жуткие подробности. Это все описано, это все, документ существует. Наш русский врач в Женеве, доктор Поповский, Юрий Поповский, получил этот документ, перевел его с греческого на русский, а мы перевели также на английский. Как долго примерно его мучили и как он окончательно скончался? Его долго мучили. Его мучили, оставив, думая, что он мертв. Как свидетельствуют соседи по номерам этой гостиницы, где брат Иосиф остановился, они долго слышали стонания. This was always one of the more difficult parts of the story for me to understand. How could you sit in a neighboring hotel room and listen to someone die? And not do anything about it. The other thing that I just can't get out of my mind this entire week is what was going through Jose's mind those last few minutes of his life. Because after he was tortured, they thought he was dead, and so they left him. So can you imagine what was going through his mind? How he was praying? Can you imagine being tied up to a bed and knowing that you only have a few more minutes to live? What kind of prayer would you have? You know, Brother Jose, we don't really know much about his mother. We know that she passed away at a very young age. They say that when someone dies, or moments before they die, particularly troops in battle, people cry out for their mother. Brother Jose didn't know his mother. So I have no doubt that he was crying out for his heavenly mother. Think about what the Mother of God must have seen looking down at Brother Jose. She knows the pain all too well of seeing a child crucified and tortured in front of your own eyes. But we are all the children of the Mother of God. So she had to relive this with Brother Jose. But at the same time, I believe that his relationship with the Mother of God, his relationship with Jesus Christ, is what helped him in those final minutes of his life. How do I say this? When a person passes on, usually the moment of their death is fixed upon their face. Many times people will have to manipulate them. You know, at mortuaries, they'll have to manipulate the face, especially in people who die under horrible circumstances. Usually it is a face of terror at times, yet he's smiling. I believe, and you know, I don't know anything and I'm really nobody, but I believe that at the moment of his death, it was the Mother of God that came to get him, because he's smiling. But the question now is, how do we even know that he was smiling? How did we get this footage? Because think about it.
Brother Jose was buried approximately 13 days after his death, and his body was never embalmed. The next part of the story could very well be considered the first miracle after Jose's death. The footage that you will see is actual footage of what Father Victor is talking about. Как после опознания его отправили в Канаду, его положили в пластмассовый мешок, он не был бальзамирован, и когда было решено его хоронить в Свято-Троицком монастыре, его тело положили в гроб, привезли в собор, и когда гроб был закрыт сначала, потом моя матушка вместе с господином Мурянко, отцом нынешнего настоятеля Свято-Троицкого монастыря, отца Луки, пошли к владыке Лавру и просили владыку благословения открыть этот мешок. Владыка сперва не решался, потому что опасался, что после 13 дней началось тление, пойдет запах. Господин Мурьянко, он был владельцем похоронного дома в Филадельфии. Он специалист. И он сказал, я могу сделать маленький разрез в пластике и проверить. И господин Мурьянко взял и сделал, как он сказал. И потом увидел, что никакого тления нет. И тогда, слава Богу, они открыли этот мешок. Совершенно его полностью открыли, и благодаря вот этому отпевание совершилось при открытом гробе, и все видели тело брата Иосифа. Die under such tragic circumstances and to live such an exemplary life is, how do I say this, is what a Christian chooses to, how do I say this? Faith in action, I guess you can call it. Exactly. It's what we strive for. It's what a Christian strives for, to be one with Christ. У меня никакого сомнения не было, что человек был замучен, что человек принял мученическую кончину за свою верность Божьей Матери, за свою любовь ей. И он сподобился за свое верное служение, вот это, в общем, награду мученичества. Что может быть лучше? Indeed, what could be better than a martyr's end? Those words are easy to say, but if you really think about them, those are very, very powerful words. To live your life in a way that martyrdom, suffering, becomes a reward. In the next episode, we will talk about what happened to the Montreal icon and what the lesson of the Montreal Evron icon is for all of us. Thank you for watching the show. Please don't forget to subscribe to us on YouTube, like us on Facebook, and send us your messages and comments. We would love to hear from you. Thank you so much. God bless you.